Значит, трави! Трави! Леня, трави еще! Стой! Крутит стой! Его! Стой! Поднимай! Леня, поднимай! Поднимай, поднимай! Держите, мужики, а то перевернем! Быстрей! Держите ядрё на мать! Коля, подсоби! Поднимай! Коля, быстрее! Еще! Давай еще! Держи! Давай! Слава, с расчетами намудрили! Слава, помогай! Поднимай! Да тяну я! Тяну! Адмирал, где тебя носит? Леня, сделай! Вот я дурак, да? Крылья-то пустоделы! Хорош! Сейчас я его вылечу! Слав, да держи ты! Да уйди, уйди отсюда! Слав, тебе русским языком говорят! Ошиблись мы с расчетами! Сегодня, 5 августа, войска Брянского фронта при содействии флангов войск Западного и Центрального фронтов в результате... Ну, в общем, идем с опережением. 10 танков в смену. Родина вам этого не забудет. Нет, Слава, ну, вы посмотрите на него. Ну, что ты делаешь-то, а? Что ты делаешь? Теперь в столовую. Посмотрите, как питаются рабочие завода. Адам, что у вас происходит? Отпускай! Держится, как плитой! Есть! Жить! Смог! Вылетел! Слав, доктор! В самом деле! Ура! Товарищ генерал, а вы что, не в курсе открытого на заводе экспериментального цеха? Я смотрю, у вас здесь тунеядство на рабочем месте, да, товарищ? Вылетел, извините, доктор! Никак нет. Мужики, хорош! Это наши инженеры-конструкторы, экспериментаторы. Мы им разрешили внеурочное время. А я предупреждал. На предприятии бардак, товарищ генерал. Когда вся страна борется с фашистским захватчиком. Когда на заводе каждый... Сам-то. Чего не на фронте? Товарищ Горлопан. Потрудитесь ко мне объяснить, товарищи экспериментаторы. Что вы такого уникального здесь для пользы нашей Родины разрабатываете? Считаю изобретение стратегически важным для военно-морского. А не желаете прокатиться, товарищ генерал? Фамилия как? Алексеев. Стратегически, говоришь? Сейчас посмотрим. Славка, ты с ума сошел? Это единственный шанс. Да вы не бойтесь, товарищ генерал. Техника надежная, проверенная. Прокатимся. Ну, разве что с ветерком. На катер можно установить пулемет, посадить группу разведчиков, морскую пехоту.